Доброе утро, друзья! 10 октября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Всемирный день психического здоровья, Всемирный день зрения, Всемирный день борьбы со смертной казнью, Международный день каши, День Алексиса Киви, День финской литературы, День работников стандартизации и метрологии на Украине. Савати Пчельник – праздник народного календаря. Заниматься другой работой, кроме той, что связано с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Знаменательные события. 1503 год. Монахами Кремля впервые была получена русская водка. Первоначально она использовалась как антисептик. В 1918 в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. В 1932 году состоялось торжественное открытие Днепрогэс, Днепровская гидроэлектростанция. 1956 выпущен первый серийный автомобиль ГАЗ-М21 «Волга». 1993 год начало ежедневное вещание телекомпании НТВ, первоначально на пятом канале. В 2006 была основана социальная сеть ВКонтакте. Родились в этот день, 1813 год, Джузеппе Верди, итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы. В 1937 родился Евгений Суслов, советский телеведущий, диктор центрального телевидения. В 1969 году Алексей Кравченко, актер театра и кино, заслуженный артист России. 1974 родился Григорий Антипенко, российский актер театра и кино. 1984 год. Павел Дуров, российский программист, один из создателей социальной сети ВКонтакте. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 17 часов 19 минут по московскому времени 12-й лунный день. Тихий и спокойный день. День победы, мудрости над чувствами и умом. Это и день успокоения и величия духа. День уединения, покоя, любви ко всему окружающему. Молитвы этого дня, вероятнее всего, бывают услышаны. После 17 часов 19 минут 13-е лунные сутки. Неоднозначный день. Неудачен он в том, что все как будто возвращается на круги своя. И чтобы вырваться из замкнутого круга проблем, надо поработать над собой. Между тем, в нем есть и плюсы. Это один из самых социальных дней. Подошло время для проведения общественных мероприятий, групповых контактов, накопления информации. Вот такой он 10 октября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!